В моих руках пневматическая винтовка Ижевского завода. Прицельная дальность такой винтовки примерно 25 метров. Но даже из такого оружия запрещено стрелять в пределах города. То ли дело полигон в Поливно. Именно сегодня утром там начались соревнования по высокой точной стрельбе. Подробности смотрите в программе «Реальность» на репортере 73 и ОТР.